В Тольятти сегодня стартовал запуск производства дорожной версии «Лады Гранта Спорт». По словам руководства «АвтоВАЗа», машина взяла лучшие черты от оригинала, при этом технические характеристики улучшились в разы. Двигатель уже не 80, а 120 лошадиных сил, плюс спортивная подвеска и разгон до сотни всего за 9,5 секунд. Первый автомобиль отправится к дилерам уже завтра. Для него обещали подготовить специальный тест-драйв. Кроме того, для испытания обещают привлечь лучших автогонщиков. Продажи спортивной «Гранты» стартуют уже этой весной. Цена 443 тысячи рублей. В 2013-м планируют выпустить около 800 экземпляров. Дальше все будет зависеть от спроса. Отметим, что обычная «Гранта» вот уже 5 месяцев занимает позицию самого продаваемого автомобиля в России. Выпуск спортивной версии реализовали в ускоренных темпах. Губернатор Самарской области отметил, что благодаря совместной работе государства и бизнеса «АвтоВАЗ» активно модернизирует производство и выходит на новый виток развития. Существенно в 3-5 раз ускорились процессы, связанные с выпуском новых моделей. Все это можно считать показателем эффективности завода, у которого есть все необходимое, чтобы встать в один ряд с ведущими автоконцернами мира. Еще год назад здесь все было совершенно по-другому, и за короткий промежуток времени мы видим колоссальную работу, которая проделана. И мы видим новый цех, и он уже наполнился жизнью, это очень важно. Очень важно, что сегодня мы даем жизнь новому производству. Даже тяжело себе представить, что достаточно короткий срок, было сделано очень много и доведена до ума и машина, и очень много было сделано в плане модернизации, подготовки производства. Данное событие также очень важно, особенно для любителей спорта, тех, кто любит динамичную, быструю езду, потому что коллеги, инженеры, наши партнеры все хорошо потрудились и сегодня представляют очень хороший автомобиль.